Я появился там же, где мы и вышли. Но именно где ты? Да без понятия, честно. Ну какой дом, ведь здесь несколько домов всего. Сейчас, я выбегу из дома, расскажу тебе точно. Просто какие-то вещи валяются интересные. Патрон для этого флеера. Ой, я тебя слышу. Это ты же? Да, походу, ты рядом. Это ты? Да. На, держи. Так у меня есть. Тоже. Споттер 22. Я мусинку нашел себе. Так, 22-й калибр — это детский сад, конечно. Он такой, мелкашка. Ну, говорят, с оптикой эта мелкашка неплохо уже дает о себе. Так то ты то же самое нашел. Какая нахрен мосинка? Ну, у меня в руках мосинка. А, все. Все, пошли. Ну что, пойдем в лагерь или... Ты все дома смотрел здесь? Да. Пойдем в лагерь людей встречать. Патрон с нами не идет? Не-а. А это что такое? А, показывай. Вот это. Лежит как? Ну, это этот для бензина. Здесь колеса, аккумуляторы валяются. А, это. Ой, это нужная вещь, бери. Батарейка? Да, пригодится. Ее можно обменять. Ее можно облизать. Но она поврежденная, от нее есть смысл? Я думаю, нет. 26%. А можно пить, кстати, бензин. Слушай, как сделать из камней ножик? Я нашел камень один. Блин, не надо меня поливать бензином. Я думаю, может, мы его сможем обменять на что-нибудь? Канистру? Ну да. А, во, слушай, реально можно скрафтить ножик. Ну-ка, что-то происходит, сейчас посмотрим. Ты канистру взял, что ли? Видишь, физика. Канистра теперь не только стоит, а она, ну, как бы ее положил, она лежит. Сейчас бросим ее. От стенку. Куда он попал? Короче, я из камня сделал что-то наподобие ножика, буду им консервы открывать. Ведь можно? Можно. Все, ты знаешь, куда бежать в этот лагерь? И сколько до него по времени идти? Угу. А, у меня же косяк есть. Не тот косяк, который курица, а тот косяк в том, что я в белых штанах до сих пор бегаю. А, не, все нормально, они такие белые. Ночью они казались слишком белыми. Куда делся? Так, а ты все за мной не побежал? Я отвлекся немного на меню и потерял тебя из виду. Вот, кажется, я вижу. Все, да. Патронов у тебя нету, да, для оружия этого? Только 9-миллиметровые. Так. Че у тебя насчет еды и воды с собой вообще? Ну, у меня есть вода, баночка этого класса. А в принципе у меня гидрейтед и пока нет голда. Нормально, добежим, там покушаем. Там и много лука есть. В палатках. Ну, люди оставляют для других. Зашли бы к ним в TeamSpeak, там бы был с кем-то познакомились бы и так. Ну, давай в следующий раз зайдем. Давай. А нахрен им нож себе сделал из камня, у меня же открывашка есть, блин, забыл про это. Подожди ты, я не успеваю так. Я просто бегу, смотрю, что у меня за вещи. У меня с собой дождевик и еще какая-то... Что-то типа рубашки, я так и не понял. Что ты делаешь? Землю нюхаю. На свет вышел.
Так. А ты был в этом лагере уже? Да. Я там тут прибежал к тебе. Ну и что там происходит? Чем там занимаются люди? Трейд, там обмен. Есть как бы там еда, есть вода, там можно напиться. Там никто убивать тебя не будет, как бы может поболтать. Ну там ребята клевые тоже. Там убивать не будут, потому что это, ну, заскриптовано как-то или потому что нельзя? Вроде нельзя, потому что. Ну а если кто-то кого-то убьет, как они это узнают? Ну, никто никого не убивает. Ну что, мы таки должны по полю бежать? Да, придет, приходится. Так, а насчет обмена? Это у людей там надо менять или там боты стоят какие-то? Нет, между собой обмениваются. Между людьми. А. Что у тебя есть из таких вещей, которые можно, допустим, обменять? Я не знаю, мосинку можно обменять. Как думаешь, если я ему камень предложу? Прикольный. Там, не знаю, на калаш. Очень ценится как бы магазин от СВДшки. Или там винторез вроде есть. Я потом захожу. О, я нашел нормальную открывашку. И этот шина, ремонт шин, идеальное состояние. О, бери, 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 вот его обменяем. Вот открывашка тут где-то валяется возле плиты, если нужно, забирай. Ты видел эту картину? Да. Подожди, я не замечал их. Это шотландцы? Я не знаю. Они в кельте, смотри. Это странно, очень все выглядит, но ладно. Так. А ты смотри, вот это не на латвийском, на каком-то. Чего на латвийском? Вот, вторая и самая левая. Вторая полка, самая левая. Я не знаю, что это значит. Ладно, пойдем. Мне мама сказала недавно, что эти братья Пономаренко это алкашей. Почему? Говорит, не знаю, по ним видно, что они бухают. Окей. Я смеялся. А какая-то программа была. Говорит, ну вот смотри, обычные мужики, которые бухают, любят побухать, смотри, видно прям. Слушай, помнишь, изначально, ну когда вообще совсем сырая версия была, там были там разбросаны помидоры, бананы, всякие баклажаны. Помнишь? Такого нету. Нет, смотри, но вот эти вот паприку же с помидорами можно выращивать, это понятно, да, они будут выглядеть как, ну и раньше, да, типа вот та же паприка. А да, что да. Насчет вот этих бананов и апельсинов? В этом же климате ничего такого не вырастешь. Или, ну, или их вообще вырезали? Нет, вроде, я не видел банана апельсин. Апельсин я видел у тебя, но банан не видел. Апельсин просто нет. Вроде их нет, но зато есть теперь дыня. Дыня, да, она была, это логично. Дыню можно тут выращивать, но я помню, еще там были типа бананы тыква. Какие-то. А, нет, не тыква, дыня, да, правильно. Киви были. Ну, мозг убрали, я не знаю. Давай что-нибудь вырастим, да. По приколу. У меня паприка с собой, ну, семена прям есть. Там вырастим. Короче, да, ты умеешь делать нет. Какие-то грядки не в теплицах? Да, да, да. Что для этого нужно? Покажу. Что ты делаешь? Ты киркой это делаешь? Ну да. Да вполне, ну, киркой можно сделать такие вещи. Вот так вот, и допустим, делаешь дырку. Где? В каком месте ты сделал дырку? О. Где? Сзади. О, червяк. Червяка нашел.
Смотри, как буду держать червяка. Где ты его? Как, какая дырка, блин? Да вон, вон, слева, вверху. А. Напоминает яму, которую коты делают перед тем, как они в туалет хотят сходить. Так, и как туда посадить что-то? Берешь семена в руки, если они в пакетик, с пакетика вытаскиваешь, и в руки. Хорошо, я не буду ничего вытаскивать, мы потом нам... Ну да, сверху удобрение потом, и они вырастают. Удобрение какое, биологическое? Да, там драгон, нет. Сначала удобрение, потом... А надо проверить. Так, ладно. Было неплохо, знаешь такую игру Ark Survival, там персонаж срет? Нет. Ну там, короче, выживалка, но уже там с динозаврами, короче, доисторическая. Куча динозавров, красиво сделано все. Так, что-то я заблудился, куда мы вышли. Сейчас, смотри. Что это? Противогаз. Зачем тебе противогаз сейчас? Не знаю, стоит. Я представляю, в реале бегаю с каким-то чуваком, блин. Там апокалипсис тот вступил, он просто в противогазе бегает. Логика. Ну типа, я не хочу заразить, наверное. Так, подожди, куда мы вышли? Сейчас. Давай ориентируйся там. Куда ты меня привел вообще? Так, мы сделали поворот, получается, сейчас. Обратно? Нет, между лесом. Бежим по этой дороге, правильно? Не, давай как раз по дороге не будем бежать, будем бежать рядом с дорогой. Что-то мы реально вообще как-то на через поля бегаем. Ну что там? Ты точно знаешь, куда мы бежим? Да-да-да, сейчас найдемся, не волнуйся. Как я понял, тут ночь и день 2 часа, да? Ну я заходил, там да. Где-то прочитал, там ночь 2 часа и день 2 часа идет. Слева какая-то штуковина. Дрова. Да нет, я про постройку. Где слева постройка? А, да. Вот это впереди, что ли? Да. А тут много всякой фигни. Ух ты. О, ну наконец-то я нашел то, что мне нужно было. Это нормальные штаны. Поврежденные. Да. Так, хорошо. Мы все еще не потерялись? Да вот думаю. Так, вперед, давай. Погнали. Да, что-то зомби-то нету. Ну, говорят, встречали в больших городах. А, прикинь, в некоторых группах, ну, не Day Standalone, а там Day ZT почти, но на второй арме администрация предлагает убрать зомби, чтобы не мешать там игровому процессу в DayZ. Ну, решили сделать этот Warface.
А чё ты не взял шины, ремонтный комплект? Места нету, блин, подожди, сейчас это не пойму. Ну я взял второй, значит. Я что-то не пойму. Короче, куда мы идем? Так, чёрт. Подожди, все, бежим вниз. Вниз, вверх. Стой, подожди, нет, не даже не вниз. Стоп, стоп. Так. Они не обозначаются на карте, эти мелкие херни. Так, пусть будет так. Что еще можно сюда положить? Одежда пусть у меня здесь валяется. Слушай, для Мосинки какой калибр? Ну не 39, не 7.62, 39, там 54 там вроде. 56. А, ну у меня есть 7.62, 39. Как они выглядят? Желтые, в смысле, как серые. Коробка такая, упакованная. Ну ты ее распакуй. Не хочу. Там написано Made in Russia. И медведь нарисован. Ну 7.62, 39 калибр АКМ. Да, мне кажется, обратно надо бежать. А-а-а. Ты хоть меня подожди. Да, я пешком иду. Я вижу, как ты бежишь, ни хрена ты не пешком идешь. Или это уже не ты там? Ну и куда? Прям по этой дороге. Потом ты опять через 20 метров остановишься. Так. Нет, обратно. Да мы же реально оттуда прибежали. Мы оттуда прибежали. Какого хрена? Да это я побежал, блин, на карту не посмотрел, заболтал с тобой и вижу в другом направлении побежали. Да. Мы же были тут. В самом начале. Да, да, да. А, кстати, ты сам выращивал, да, вот эти все там паприки, помидоры или... И ел даже, их можно да хорошо приготовить. Без удобрения они сколько растут? А без удобрения не выращиваю ни разу. Хорошо, с удобрением они сколько растут? Точное время не знаете, но недолго. Ну сколько это недолго? Ну там... 6 месяцев, 4 месяца. Нет. Намного быстрее. Нам надо выйти к тому дому, который мы были. Смотри, я бегу, я слишком заметно. Но меня слишком хорошо видно из одежды. Да нет. Потому что я, блин... Ладно. Конечно, я тоже в шлеме бегаю, но да, я хочу что-то другое найти. Я его обменяю, если мы дойдем до туда живыми, я этот шлем обменяю, наверное. Так, вот это место уже знакомо. Это туман или прорисовка такая?
Порисовная. Что-то она так себе хреновая. Так, ну хорошо, давай. Сколько теперь нам осталось? Только не говори, что обратно бежать. Не, вот по этой тропинке. Ну тут, наверное, могут это, кемперить или не могут. Надеюсь, не будут. Давай тогда, не знаю, с черного входа, если он тут есть, обойдем все это. Я что-то не хочу, чтобы меня замочили. Сейчас все обойдем. Где-то. Амбары? Может, в амбары вот заглянуть? Именно, мы до этого бежали, в принципе, правильно, но мы попали в сам, ну, в город большой. Тогда бы нас там поймали, а я сейчас обхожу по этому. В амбары не нужно нам? Слева который? Да. Нет. Ну хорошо. Ой, ёпта. Так. Нам нужен пистолет. Черту винтовки. Что будем делать, если кого-то встретим? Ну, в смысле, если увидим кого-то там. Пытаемся наладить связь. Верным путем разойдемся. Если нет, будем. Нет, если он в нормальной экипировке. Мы будем как-то с ним взаимодействовать или просто. Да, нет, обойдем, если он нас не видит. Я в него, короче, молоток кину. Так это уже лагерь начинается или что это? Мост какой-то? Нет. Так как? Так что-то не взял. Не, мест нет вообще. У тебя же есть этот. У меня же нету. Рюкзака. Так, ты же сказал, ты... скрафтишь там что-то его. Ну, нужна веревка. Бежи за мной. Ну да. И на сколько бы слотов он получил сути? Сначала на мало там. И... 18 что ли, или они. Ладно. Теперь красивый мест. Здесь пить можно? Нет, сдохну. У меня всего одна бутылка воды. Я думаю, это мало. Пачка риса, это нормально? Нам хватит всего. Сейчас придем, там никогда с собой еду не носи, кроме там. Не, я не могу. У меня я не могу теперь отвыкнуть от еды после того, как я поиграл на каких-то серверах, где ее вообще не было. Теперь первым делом, что я делаю, это ищу еду, потом уже всякое, там оружие и прочее. Не, я просто Рио, ты даже говорили, что лучше всего не копить еду, а сразу есть ее. Потому что с полным желудком ты будешь дольше бегать. Ну, хотя бы одна банка и банка воды должно быть все равно. Ну да, одна фляжка у меня обычно бывает и одна банка там, или какие-нибудь типа наподобие. Да. А, я, кажется, понял, где мы. Судя по замку, справа.
Так, ну тебя я потерял. Ты где-то слева у меня. Все, я вижу. У меня голд появился, надо пожать. Где ты? Стой. Как раз отличный момент захавать полную банку фасоли. Попробую камнем открыть. Что это будет? В натуре камня можно открыть банку на все 100%. Че он не хавает? Запоздала анимация. Это еще что такое, мать твою? Какой вкусный молоток. Так. Мне тоже у меня хангри появился. Где ты опять? Я, короче, опять потерял тебя из виду. Нет, серьезно, где ты? Прямо беги. Беги, беги, вот. Видишь? Да. Понятно, понятно. Если там в лагере сегодня никого не будет, я думаю, надо дождаться будет. Там, когда людей побольше на сервер зайдет, с кем-нибудь сконтачится. Чё думаешь? Да. Чё за место такое? Ломбард же зайдем. Там еще один есть. Ой, арбалет. Магнум нашел. Во, магнум эта тема. Можно его как раз обменять. Хотя нет, вроде патроны на магнуме не такие редкие. Я их часто встречал. Тут есть какие-нибудь колодцы? Неподалеку. Будут на лагере. Ну а до лагеря еще не пойми сколько бежать. Нет, немножко осталось. О! Какая-то лажа. Фу, вот тут... Слушай, вон бандану может ходить. Нафиг она мне надо. Так, там большой амбар еще есть. Ты вышел? Нет. Пошли. Хотел спросить, какой азимут в сторону лагеря, а компаса тут, оказывается, нету. Ну, здесь компас есть. Да, но я помню, он как-то по-другому тут. Вон найти, он открывается тоже по-другому.
Кувалда самая бесполезная вещь, мне кажется. Сколько она занимает? Как думаешь, кому-то может понадобиться оранжевая каска? Вряд ли, надо было ту маску взять, вот она понадобилась бы кому-нибудь, это, с черепом. А я не хочу уже за ней бежать. Ладно, я взял каску тоже, на всякий случай. Это лагерь? Нет. Как показывать? F, F какая кнопка? Стой. Нет, это сесть, это не то. Так, F1 это что? Это приветствие, F2 это что? Это поднять руки за голову. F4 это не совсем то, что мне нужно, он тоже сойдет иногда. Тоже какая-то лажа. О! F6. И куда ты ушел? Да я сейчас подойду. О, нашел бочку, слышь. Зачем она нам? В ней два колеса. Ах, может это чья-то бочка, пошли отсюда, короче. Стой, давай возьмем. Пошли отсюда, это чья-то бочка сейчас по-любому прилетит. Тем более, если мы недалеко от лагеря, забей на нее. Слышь меня? Я в амбаре, короче, ты подходи сюда. Выходи с амбара. Да вышел я не знаю, куда ты побежал просто. Вниз. Все. Так. Так, хорошо. Ну и сейчас ты где? Все, вижу. По полю бегу. Семена есть, ага. У меня такие есть. Ладно, тоже пусть будет. Короче, надо найти дофигища. Вот сейчас там опасно, пошли быстрее. Почему? Мы пересекаем главную дорогу. Все, побежали без остановки. Там могилы какие-то, мне это уже не нравится справа от нас. Походу они не добежали, их тут закопать решили. Главная дорога, давай хотя бы через деревья. Все, перебежали? Или еще что-то будет? Ладно. Короче, надо сделать фермы со всеми возможными семенами и продавать их здесь. Ну, в смысле, плоды. Вот. Это бредовая идея. Банановая ферма! Сколько еще до лагеря? Сумрак. Немного, немного. Почти. У меня опять голод появился.
Вот меня больше всего напрягает, когда вот эти полянды перебегать. Может, все-таки будем больше обходить это все? Нет, здесь ров есть, зачем порву. Так, погоди, какая-то... А, хорошо. В смысле, если выстрелит, ложись, нам даже ответить им нечего. Они возьмут... Можно виновство включить. Они подбегут-то сюда и все. Так, отлично. Надо бы где-нибудь остановиться, похавать. Только не в канаве. У тебя там еще не светится индикатор там голода? Хотя странно, я банку... Я недавно банку сожрал целую спагетти, мы что, мало что ли? Ну мы бежим просто. Ну и что? Тратится больше. Так, вот, стой, где ты? Видишь меня? Я вот здесь одну попробую сейчас чуть похавать. Идем, не бейте, пошли. Ладно. Последний рывок. Пока я стоял, я без понятия, куда ты делся. Беги там, где рог, прям по нему. А, я не знаю, где он. А, вижу, все, пошли. Вижу, идем. Так. Ну нахер. Пошли. Пришли? Это за забором, да, вот этим? Как ты слагал? А, нет, нормально. Да нет, ты реально лагаешь. Сейчас опять. Странная какая-то фигня. Это лагерь или что сейчас? Да, мы в лагере. Ага. Все, тут убивать никого нельзя. Или что? Какие правила здесь? Убивать нельзя, и вот эти черные палатки нельзя трогать. А что это? Админские палатки. Понятно. Там что-то есть, типа, или что? Наверное. Бля, это что за лагерь? Пришел туда сразу на телек. О, человек. А это ты? Это нифига ты лаганул, ты мне спереди стоял, сейчас тебя на 20 метров назад откатило. Пошли за мной. Я думал, так кто-то другой стоит. А куда мы идем? Палатки залутаться, покушать. Залут... У тебя палат? Подожди. Не... Чё за палатки? Здесь палатки уже доступны для всех. Чего? Так, они пустые. А, и был живает, опси. А вот тут есть, короче. Ого, иди сюда, смотри. Нифига себе общедоступный, это как? Иди сюда. Да, вот, бери все. Это можно брать. Да. Какого хрена? А там все валяется. Ты посмотри, что тут валяется. Я охренел, блин, немного, когда увидел это все. Подойди. Ну да, как бы здесь правило, что берешь, то нужно опять оставлять, ну, взамен. Так у меня... Чего? 7.62-30, это как раз тот калибр, я хочу это взять. Сколько зарядная, ну вообще не понимаю. ИЖ-18, сколько зарядный? Не знаю. Короче, оставляем споттер. Смотри, а вот этот ИЖ-16, он считается как этот? Как снайперка? Я не знаю. Просто у меня есть патроны под него. Что это?
У меня какой-то листочек. В смысле? 7. Чего? 7.62. 3. Я его вместо мощники возьму. Или там магазин какой-то нужен специальный, чтобы его зарядить. Не знаю, а что, не заряжается? Mm-mm. Ну, либо это я туплю, но, скорее всего, да, я туплю конкретно. Ладно. Пошли посмотрим, что-то еще имеется в этом лагере. Ты в интернете про него. Да, я обязательно посмотрю. А что, здесь ничего нет? А. Так, пойдем, надо поесть. Говоришь, тут вода где-то есть. Да, там. Потом покажешь. Вот какой-то бак, короче, я начинаю пить, нажимаю на молоток, он пьет из молотка. Немного раздражает. Нифига себе. А это что такое? Семена тыквы. Да, тут круто, короче. Только я не понимаю прикола, почему может каждый взять. Было бы интересно, если после каждой палатки кто-то стоял, типа торгаш и обменивал. Не знаю, здесь кто кладет туда, кто забирает. Так, ну хорошо. Еще есть палатки какие-нибудь? Что-то еще есть? Вот маленькие. Ух ты, мачете. Поврежденные. Возьму-ка я нож, наверное. На тебя взамен камень, думаю, достаточно. Адекватный взамен. Окей, так. Это мне нафиг не надо. Тоже, я думаю, не понадобится. Тоже барахло какое-то. Так. Да ё-мать. Нашел что-нибудь интересное? Людей не видишь? Какой-то непромокающий, какая-то фигня нашел. Фигня. Так, а где ты? Я у палаток до сих пор бегаю. Где ты есть? Ну вот я вот это вот. В этих домах лут тоже, да, появляется? Да. Так, ну вот я возле палаты, где мы изначально и были. Все, вижу. Это ты сейчас в синюю палатку зашел. Да, это ты. Водонепроницаемый пакет. Контентс. В смысле? Вот это мне больше нравится. К черту шлем. Слушай, не хочешь мой мотошлем забрать? Это? Он в идеальном... Но он типа защищает, я просто не хочу в нем бегать, мне он не нравится. Я его оставлю, возьму панамку. Я вот это нашел. Я понимаю, что он круче, там безопаснее. Ой. Что ты нашел? Шлем. Так где? Какой шлем? Да, я оставил свой мотошлем в идеальном состоянии. Если тебе нужно, забирай там. Нет, я шлем от горки нашел. Это еще. Ух ты, тут жратвы, чувак. Ты видел? Я, кстати, Настю сделаю сейчас. Подожди, не кушай сейчас, что я сделаю. У тебя есть бумага, да? Да, кусок листа. Иди сюда. Нифига она, нормальная тема. Надо тоже научиться это выращивать.
прикольно. Идти куда? Где? Где ты есть? Вот я вот сюда. Где? Так, приготовь бумагу. В смысле приготовить? Да, выкладывай бумагу. И дай одну, и тыкву одну дать. Да. Я еще возьму. Ты ее пожарить хочешь? И что, она типа жареная больше восстанавливает, чем сырая? Или? Uh-huh. Да, я думаю, так же. А, так он... А, он заряжает. Тут стрелять хотя бы можно? Просто стрелять. Или нет? Ладно, не буду рисковать. Походу я все-таки зарядил один патрон в этот ИШ. Так. Ну и что теперь делать? Так и рыбу жаришь, и мясо. Сколько по времени это жарится? Ну сейчас, там будет показываться. На тап нажимать, там видно. Мне кажется, ты далеко сидишь. Нет, нет, нормально. Так, а еще есть какие-нибудь палатки здесь или это все? Слушай, а у тебя патроны зарядились? Один, да, я один вставил. А ты сколько их всего? 20. Дашь мне десятку тебе, когда мосинку оставлю, возьму хотя бы только с ним вдвоем. Mm-hmm. Подожди, вот за этим забором можно стрелять, да? Это уже не лагерь, как я понимаю. Ну, я так думаю, там надо посмотреть. Или ну, какие, какое-то расстояние от лагеря. Ладно, короче, не буду стрелять. Что за банят, блин? На земле лежат. Бери. Видишь, у меня вот так пожарили? Вижу. Я вот думаю, молоток я выкину, наверное. Потому что у меня ножик есть. Засуну в палатку что-нибудь, пусть забирают. Так. Да, вот так пусть будет. Замечательно. Так. Можешь показать мне, где колодец находится? Слышишь? Да, да. Пошли. Пистолеты, кстати, нам не нужны. ЦР-75. Не знаю, да, у меня револьвер. Ну ладно.
За черные беги палатки. Угу. А, вижу все. Так, тогда делаем так. Все это выпить. И мне кажется, быстрее наполнить бутылку и из нее пить сразу, а потом еще раз наполнить. Может, да. Еще две бутылки выпью сразу. Так, у меня уже стафет, все. Живот полный. Ну что, может... Чувак мачете пьет. Да, это, конечно... А, это нож у меня. Да ладно, а вот нормально. Так, ну давай еще раз. Так, все. Че, может, здесь закончим? Завтра продолжим. Сейчас я немножко посмотрю дома. Хорошо.